Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble! И сегодня я покажу самые крутые тренды из ТикТока и лайки! Ведь ты хочешь стать популярным? Тогда ты просто обязан снять эти ТикТоки! А еще обязательно подписаться на мой канал и нажать на колокольчик! И этот лайфхак тебе точно пригодится, если ты терпеть не можешь заправлять кровать! Парень просто при помощи одного взмаха заправил кроватку! Все ровно! Смотрите, подушечки сверху накидал! Что, неужели это сработает? На самом деле я очень этого хочу. Пойдем проверять. Короче, вот она наша кроватка. Покрывало у нас, как всегда, вот в таком вот виде. Все вот так вот скомкано, потому что с ребенком я ничего не успеваю так быстро убрать. Давайте пробовать, как делал этот парень. Подходил вот так к кроватке и брал покрывало прямо за углы. И стряхивал со всей силы. Он резко это делал так прям. Вух! Раз, два, три. Ничего не получилось. Давай еще раз, ты плохо старалась. Да блин, опять ничего. Все скомкивается в середину. Может быть, одеяло не подходит? Попробуй другое, может, это тяжелое. Ну вот, да. Так, сейчас это я уберу отсюда. Хочу, чтобы получилось, блин. Я тоже хочу, так удобно, у нее так целая кровать. Ну что, готова? Размах. Опять ничего не работает, это не от одеяла зависит. Я знаю лайфхак, который точно будет работать, сейчас покажу. Вот так вот нагрываешься и все, спишь, спокойной ночи. Какой спокойной ночи, пойдем, только видео начали снимать. Свет погасите, пожалуйста. Да, обидненько вышло. Я вообще большие надежды возлагала на этот лайфхак. Что только не снимают с моим любимым эффектом искажения. Но эта девчонка просто профи. Такие офигенные круги над головой. Я вообще не знаю, получится это у меня или нет. Ладно, на самом деле я сняла уже столько искажений, что думаю, у меня все получится. Для начала мне нужен штатив. Первое я буду пробовать снимать этого чудика с кольцами над головой. Это что вообще за полоски получились? Это реально сложно. Ладно, попробую еще раз. Почему я строила какое-то лицо вот такое? Сколько она тренировалась это снять? Ладно, у нее есть другие прикольные штуки, давайте их попробуем. Мне очень нравится вот с этим эльфийским ушком и с такими глазками. Здесь попроще. Нужно сначала повернуть голову, одним глазом сюда посмотреть, а другим сюда. Вы видели, какое офигенное ухо у меня получилось? Такая длинная колбасятина, правда острого не получилось почему-то. Но на самом деле неплохая мордочка, такие глазки еще в серединке. Настоящий эльф! Вы тоже попробуйте, напишите мне в комментариях, получилось у вас или нет. Ну вот этот мне очень нравится. Шея такая длинная, как у жирафа. Давайте попробуем его тоже снять. Наверное, нужно это сделать стоя. Я уже встала и поставила напротив себя камеру на штативе. Теперь мне нужно оттянуть быстро глаза вниз, потом схватить себя за шею и присесть. Главное не торопиться и все своевременно сделать. Ну что, пробуем? Что за жизнь у тебя получилось? Смотрите, какие глазюки! И щеки вот такие. Давайте попробуем еще раз, может что-то симпатичненькое получится. Результат мне очень нравится. Получилась такая длинная шея, намного длиннее, чем у этой девчонки. Выглядит это реально прикольно. Я еще нашла, как можно офигенно снять этот тренд. Смотрите, парень использует всего лишь наушники. И так клево у него получается шлем. Давайте пробовать. В принципе, здесь все очень просто. Вам понадобятся широкие наушники. И нужно своевременно будет их опускать. Фишка этого лайфхака в том, что нужно опустить наушники до уровня глаз, подождать и потом провести вниз. А, ну почти, почти получилось! Сверху немного похоже на какую-то панамку, но снизу вообще огонь!
Прям такой шлем настоящий. Вот этот лайфхак меня вообще невероятно поразил. Смотрите, как круто надувается шарик. Неужели это работает? Давайте пробовать. У парня в лайфхаке была стеклянная бутылка. У меня как раз такая дома была, поэтому я буду повторять один в один. Ну вот моя кока-кола опять пошла в расход. Все ради лайфхаков. Наливаем в бутылку уксус. Много лить надо, не знаешь? Не знаю, думаю, что вот так достаточно. Фу, какая вонища. Помню, в одном челлендже тебя пришлось его пить. Да, было ужасно. Теперь в шарик надо каким-то образом запихнуть соду. Делаем из бумаги конус и засыпаем туда соду. А много надо? Тут целый шарик, наверное, нет? Давай много не надо, потому что если нас кто-то зальет... Это мы любим. После того лайфхака с кетчупом и содой я больше не хочу этих повторений. Отойду подальше я, пожалуй. Мне страшно, сейчас как на меня тут все полетит. Ты главное держи, Ань. Так. Держишь? Да. Ну давай. 3, 2, 1. Наливается, наливается. Саша, Саша, что делать, блин? Дальше что? Ай, держи. Работает, смотри, как круто работает. Офигеть, надулся шарик, Саш. Даже я не думала, что это вообще сработает. Слушай, он еще до сих пор, да, надувается? Да, да, не трогай, то я отпущу случайно, все разлетится. Надо посильнее помешать. Держишь? Да. Круто, вот это да. А я раньше ртом шарики надувала. Офигенный эксперимент, слушай, вообще крутой. Ну там сода, кстати, вначале в шарик заливалась, да? Да. Сейчас отсюда вылетит джин. Когда ты хочешь устроить романтический вечер, можно расставить по всему столу свечки. Но как их зажечь? Я нашла классный способ, как это сделать. А эта девочка по следу от дыма зажигает свечку. Что? Реально перемещается огонек? Нифига себе, неужели это работает? И эту штуку надо делать максимально осторожно. И желательно убрать волосы. Так, поджигаем свечку обычным способом. Теперь ее надо задуть, и когда пойдет дымок, я быстро его подожгу. Ну что, готовы? Ну, ну, давай, давай, давай! Эй, эй, весь дымок куда-то делся! Че, ничего не зажглось-то? Попробую еще раз. Сработало, что ли? Офигеть, я вообще в шоке! Я думала, не работает! Обалдеть! Нет, ну вы видели, что получается? Обалдеть просто! Я не думала, что этот лайфхак реально работает. Это же как фокус, можно просто удивить свою вторую половинку. Вот этот тренд тоже похож на искажение. Но фишка в том, что люди повторяют знаменитые картины. И получается просто офигенно! Смотрите, этот парень повторяет картину Эдварда Мунга «Крик». Ну классно же получилось! Я тоже хочу повторить. Первое, что нам нужно, вот такой эффект. Скан на фоне. Теперь в интернете находим картину, которую хотим повторить, и скачиваем ее. Какая из них лучше подойдет, возьмем эту. Картина у нас появляется в сохраненных. Теперь нужно подобрать ракурс, чтобы максимально все подходило под картину. У меня все готово. Ну что, погнали? Конечно, с первого раза у вас точно не получится. Нужно немного приноровиться, чтобы линия оставалась на уровне рта. У меня она несколько раз мимо поехала. Этому эффекту на самом деле есть много применений. Например, ты можешь перевоплотиться в персонажа известного фильма. Я взяла свой любимый Гарри Поттер. Короче, нашла вот такую картинку в интернете. Сейчас попробую стать Гермионой. Главное сейчас попасть четко в ее контуры, чтобы нигде не торчали ни волосы, ни ее часть тела. Классно! Авада Кедавра! Что, я
меня получилась неплохой версией Гермионы, правда, с прямыми волосами. Короче, применение этого эффекта ограничивается только вашей фантазией. Вы можете оказаться где угодно. Если будете снимать тиктоки, обязательно отмечайте меня. Ну что, ребята, какой из трендов вам понравился больше всего? Скорее пишите в комментариях, какой из них вы точно повторите у себя в тиктоке. Не забывайте подписываться на меня здесь и в моем классном инстаграме. Всех обнимаю и люблю! Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь следующим.